сейчас у нас в Красногорске, не только в Красногорске, по всей России идет очень активная кампания по вакцинации населения против гриппа и ОРВИ. Вакцинация проходит повсеместно. Привиться можно в поликлинике. Детей прививают по месту их нахождения в школах и детских садах. Сейчас самое время для того, чтобы поставить эту прививку. Далее будет уже поздно. Мы призываем всех руководителей организации заключить с нами договоры, и мы выйдем и привьем ваших сотрудников на месте. Прививочные кабинеты работают с 8 утра и до 8 вечера. Перед прививкой вас обязательно осматривает врач. И если вы здоровы, в прививочном кабинете вам делают прививку. Прививка абсолютно бесплатна. Вакцина поставляется на федеральном уровне. Ее хватит всем.